Дедушка и 7-летний внук утонули во время купания в реке Аксай. Ведутся поиски и еще одного ребенка. Трагедия произошла накануне в Хасавюртовском районе. Известно об этом стало после того, как на берегу местные жители обнаружили одежду взрослого мужчины и двоих детей. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В результате поисковых мероприятий нашли тело 66-летнего местного жителя и его 7-летнего внука. Ведутся поиски еще одного ребенка, который находился вместе с погибшими.